Добрый день. Говорят, осень вызывает у петербуржцев депрессию. Солнечных дней мало, на улицах холодно и сыро, зима близко. Не знаю, как насчет депрессии, нам осень очень нравится, но праздника и праздничного настроения очень хочется. Вот в такой пасмурный день, когда на улице работать некомфортно, мы решили себе поднять настроение солнечными осенними композициями. В ход шло все. Тыквы, осенние листья, веточки пихты, цветы спиреи и злаки. Такими композициями мы украсили наш офис, а вы можете украсить веранду, разнообразить интерьер дома или расставить все по саду. А как это было и что вышло, вы сейчас увидите. Небольшой осенний мастер-класс от нашей Оленьки. Thank you.